Сознаю. Девушка с парнем переходили дорогу. Парень девушку дернул за руку, сам назад, а девушка уже попала под машину и все. А почему вы уехали с места ДТП? Ну, перепугался. 23.09.2015 года из соцслужбы по охране общественного порядка нам была получена оперативная информация о том, что на проспекте Ленина на остановке Глинка был совершен наезд на пешехода на автомобиле ВАЗ-21099. В ходе отработки нами был выявлен гражданин с разбитым лицом. В ходе беседы он пояснил, что совершил ДТП, с места преступления скрылся, автомобиль оставил на улице Лермонтова, 14. Идется разбирательство. Старший сержант милиции Гавриков.